Здравствуйте. Я благодарен вам, что сегодня у вас так много. И каждый раз, когда мы приезжаем куда-то в регион, обязательно огромное количество людей. Власть не может ничего с нами сделать, потому что мы вместе. Мы предложили программу, которая нужна всем. Мы хотим, чтобы национальные богатства принадлежали народу, и все деньги от продажи полезных ископаемых поступали в бюджет. Мы хотим, чтобы богатые платили большой налог, а бедные не платили его вообще. Мы хотим, чтобы была госмонополия на спирт, и все деньги от продажи ликероводочной продукции поступали в бюджет. А на эти деньги государство сделало то, что написано в Конституции. Дело бесплатным образованием, бесплатным здравоохранением, выплатило из бюджета пенсии, чтобы люди, которые работали всю жизнь на свою страну, жили достойно, чтобы в стране не было бедных, чтобы молодежь имела первое рабочее место и точно знала, что она может взять беспроцентную суду в банке на покупку жилья. А это жилье у них и это будет бесплатным, если они родят несколько детей. У нас жесткая программа поддержки территорий. Сильная Россия – это не сильный президент. Сильная Россия – это сильные регионы. Это когда местное самоуправление само определяет, что строить, а что не строить на этой земле, на нашей любимой земле. Когда регионы являются сильными, потому что они не получают подачки из Москвы, потому что они сами зарабатывают деньги, и половина этих средств остается в регионе. Мы за то, чтобы развивалась наша промышленность. Не какие-то китайские инвестиции или инвестиции из-за рубежа, а именно наши деньги работали в нашей стране. Чтобы наша страна была богатой, потому что здесь никто ничего не ворует, где нет коррупции, где милиционер и где полицейский защищает вас, а не каких-то олигархов. Мы за то, чтобы олигархов не было вообще, а было богатое, достойно живущее население в нашей стране. Мы всегда будем стоять на социалистических принципах. Мы знаем с вами, что 25 лет назад наша страна была сильной и могучей. Сейчас мы стали страной, где меньше 3% мирового валового продукта. Хотя недавно совершенно мы были второй по экономике державой, а может быть даже в некоторых вопросах и первой. Мы хотим возродить величие нашей страны. И мы предложили эту программу. И в этой программе все только для людей. Вот есть кандидаты, которые говорят, что они против всех. Мы, программа наша за всех, за каждого человека, живущего в нашей стране. Я вам очень благодарен, что вы сегодня пришли к нам. И прошу, чтобы мы все пришли и проголосовали за будущее нашей страны. И у нас только два выбора. Первый – это остаться на том пути, по которому мы шли, когда чиновники и олигархи главные. Или второй, чтобы мы с вами проголосовали и изменили развитие страны в сторону справедливости, в сторону социализма, в сторону вот этой программы «За всех». Я вас очень люблю, сейчас я буду отвечать на вопросы, мне сейчас их подготовят. Но я надеюсь, что все мы вместе победим, и никто нам не помешает. Спасибо вам.